И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, а также на фьордах. И сегодня мы пойдем на... Наверное, босса пойдем. На мини-боссов, точнее. Что там, Хатти и... Блин, не помню. Короче, я первый раз увидел, как у меня вот прям вот здесь сейчас прилетел Раптор Клаус. Я до этого бегал, рунные камни добывал. У меня, кстати, теперь с рапторами, с альфа-рапторами на карте все плохо. Их всех поистреблял. Кстати, Гиги заспавнился? Нет, так же это остался. Вот такие вот дела. Вот, в общем, он первый раз прилетел и... Мне в комментариях Серж не горелый. Блин. Написал в комментариях. Гачи эти работают примерно так. Когда ночью прилетает Санта Раптор или Раптор Клаус, он сыпет подарки. Так вот, подарки лутаешь. С этих подарков нужно вложить ему в инвентарь подарки от Санты и соответственно, он даст кристаллы, потом которые нужно собрать, как обычно, гача. То есть, как я понимаю, лутаешь с него фигню и ложишь. И фигня, наверное, это вот это вот, да? А потому что, а какая еще может быть фигня? Ну, типа, ну не все отложи, да, всякие кидать и чипиков. Вот, к примеру, сейчас и посмотрим. Что там? Захавал. Отлично. И, собственно, вот это обычный кристалл от гача. Слушай, неплохо. Фиолетовый меч. Также я пока бегал по альфа-рапторам. Ну, примерно вот такого качества всякие топорики, кирки поубивал. И закинул их, естественно, в богомола. Теперь у меня в богомоле меньше места занимает всякий хлам в виде старых кирок. И... Кстати, вот он хавает только амелы, да? Уголек он не хавает. Ну вот, кстати, это и проверим сейчас. Ну и посмотрим, сколько он вообще должен захавать их. Ну, такое ощущение, что... А, нет, вот захавал. Ну, вот сейчас посмотрим. Если фугалечек захавает, то будет хорошо. Праздничный колпак, скин, окей. Кстати, да, у меня около базы Раптор... О, Рекс заспавнился. Я его, естественно, завалил. Ай, да, красиво, каменная кирка. Да. Ну, я думаю, уголек он не захавает. Вот, но... Подожду еще немного. И... Пойдемте покажу. Ну, во-первых, да, то, что я сейчас мне понадропалось, это нужно, естественно, переработать. Гига у меня так еще и не появляется, то есть яички появляются, а гига нормально не появляется. В общем, вот, всякая вот фигня. В богомоле у меня теперь нормальные кирки, пика у меня с красного луча, если не ошибаюсь, я подобрал ее. Вот, ну и здесь можно все это дело переработать. Ну, к примеру, давай посмотрим, что у меня гриндал. Ну, вот такое. Да, один меч половина от этого дал. Хе-хе-хе, смешно. Рецепт, конечно, да, кайфовый, тут не поспоришь. Арбалет. Ну, вот это, конечно, это прям убой. 6000 металлом. Давай сюда. Меч. О, кстати, а у меня какой здесь меч? 486-185. Ага. Ага. В общем, урон поменьше, зато прочность хватит на до конца выживания. Пистолет. Да нет, мне дробовик больше нравится, если честно. Ну и арбалет оставим, чтобы был. Вот такие вот дела. И вот такой вот перевес. Да, бывает. Так, погнали посмотрим гача и пойдем уже на босса. О, смотри, он уголь сожрал. Обалдеть. Не, конечно, это лучше перед ночью кидать, так это лучше будет видно. Ну, он уголь тоже захавал. Прикинь, он уголь захавал. Так. Да, вот он уголь захавал, все нормально. К примеру, ну вот это, к примеру. А, это в тебя и не закинуть. О, так тебя только можно закинуть то, что это.
То, что ты это, клёво? А за уголек он дает что-то нормальное уже. Скорость передвижения оказывает любопытный эффект, а существо съест это. То есть он меняет окраску, это я помню. То есть вот на такие окраски и скорость передвижения по 10%, нифига себе. Гирлянда, подарочная коробка, раскраска и чибик. Уголек это самое лучшее, короче, оказывается. Если там простые были, то здесь прям. Так, ну-ка. Прикольно. Только у меня это. Построек нету, блин, куда это можно поставить? Прикинь. У меня реально построек-то нету. У меня из построек только вот эти вот входа. И вот сюда я могу поставить гирлянду. Хе-хе. Ладно, давай сюда поставим. Ну, и, кстати, потом глянем, светится, но вообще ночью не светится. Так. А, и подарочная коробка. Давай поставим ее сюда. О, Амела, Солома. Ну, слушай, как подарок она выглядела намного лучше, если честно. Прям намного лучше. Так, ну ладно. Складываем ресурсы и погнали в Асгард. А, ну и кстати, я ж тут это несколько раз прибегал. У меня появился здесь пацан. Просто смотрю. А почему бы нет? И, собственно, теперь у меня их двое. Не знаю зачем. Пускай стоят себе. У кормушки стоят, типа хавают. Да, я вот грифа взял, он все-таки типа летает. И у меня... Я вот чибика раскачивал. Или этот плюс 5 левелов работает только когда чибик надетый. В общем, решил еще проверить и попробовать чибика раскачать. Все равно альфа-чей надо убивать. Да, раньше бы дропнулся, раньше бы узнал, что да, как да, где. Так, ну а теперь... Блин, там яйцо Гиги валяется. А теперь, кстати, мне что-то... Что писали-то в комментариях? Про киблы. Про киблы, про киблы, про киблы. Мне писали... Секунду. Аркер непрофессиональный писал, что базика притомит для воды. Кстати, ни разу не томил. Вот тоже. Вообще ни разу не томил, кстати. Вот прям вообще. Киблы не обязательно давать тот, что просят. Можно дать и любой более хороший кибл. Кстати, яйца Гиги для этого и тоже дополнительно собираю. Вот. И получается, что еще? Щели. А, ну еще также писал про седла. Нужно будет в ледяной. Ну, короче, седло для Гиги. То, что зимний, он что-то, короче, прям жесткий. К примеру, да. А, ну и после привязки у Дина увеличиваются все статы, также скорость на 120 до 120% вроде бы. Ну, как бы даже при обычных настройках скорость у них у прирученных улучшается. Но это, я думаю, возможно, даже не 20-30%. Типа, ну, короче, как вот защита урона увеличивается, так же это и увеличивается. А, ну и писал, что Фьордхавка притомить, что он возвращает лут после смерти. Да, обязательно надо будет притомить, но у меня, благодаря вот этому моду, да, допустим, вот, то есть я возвращаю все ресурсы. То есть, как бы, мне в этом плане, короче, да, с одной стороны, это клево, это удобно, но я, типа, благодаря моду могу все это дело вернуть. Но нужно будет притомить и обязательно посмотреть как-то. Я видел, как это работает, это прикольная штука. Для PvP особенно это прям щеклевая штука. Вот, и да, и все, пожалуй, то, что, ну, в зимке нужно будет седло для Гиги найти. Вот, поэтому, да, дополнительно и благодаря этому я тоже стараюсь не терять этим яйца Гиги. Что, опять-таки же, попробуем, появится, не появится, ну, то есть... А, еще писал, да, погнали уже туда, ну, давай, телепортация. Вот.
средний и, если не ошибаюсь, на N куда-то. Также еще писал, что можно сбросить хотелку с помощью криопода. Тоже надо будет попробовать, типа, вот он хочет тебя, допустим, киблы, ты такой в криопод, ведь он уже засунул, вытащил и сбросил ему эту хотелку. Но там нужно учитывать, что они, этот, там есть какой-то определенный момент, ну, то есть определенный период, чтобы, ну, то есть время, когда из криопода можно доставать динцев, или он там в криосон впадает. Тоже стоит, я думаю, посмотреть эту штуку. Ну вот, и как бы уже что, как, на где. Так. Послушай, я либо очень рядом стараюсь не падать на гиги. Вот же ж этот столбик. Кстати, про столбик написали, что это столбик, они ограничивают. Короче, это зона файта с боссом. То есть за эту зону, то есть за эти столбы выходишь, и как вариант он задиспавнится. Ну, как вариант, опять-таки же, почему как вариант? Потому что это про диспаун мне никто ничего не говорил, а вот это, пошел ты! Вот, про диспаун мне никто ничего не говорил, но как бы чисто из логики есть на этом огромный шанс. Так. Да, можно было, конечно... Тихо! Кто там? А, это вдалеке. Офигеть. Блин, на видосе это выглядит хуже, честно. Вот так вот и Блин! Ну это можно вечность смотреть. Ну, не вечность, но, по крайней мере, с полчасика точно можно. Блин, эти монументы вызова, конечно, они сами по себе уже кайфовые. Да, надо было все-таки зачистить всякую вот эту говнятину, которая на меня может напасть. Пока я вот любуюсь монументами, мать их. Ай, смешной. Так, ладно. В любом случае, погнали. Хати и Сколь. Естественно, сначала... Ох, какая красота. Как я понял, сначала нападает один, потом нападает второй. Ух ты, ёб твою ж за ногу. Ну да, естественно. Это у меня... жесткая гига, Сколь был повержен, и после этого будет нападать уже Хати, Сколь был повержен. Так, а что-нибудь у меня с него дропнулось? Ох ты, нифига себе, кайф! О, штанцы, это хорошо. Я не знаю, пока он там забыл. Ой, нет, спасибо, я с обычно похожу. Пампаша, кстати, неплохо. В смысле? А, по 15. Ну, окей. Жадные бы. Я думал, по 30 дадут с каждого. Так. Ну и... Эй, ты, я слышал там какое-то завывание. А, ну да, точно, вот, и вызвал. Ну, Хати вызывает мини-фенриров. Мне главное вот за столбы не вылезти. И вот это уже, кстати, пожестче. Урона, конечно, вносит. Ну, против гиги тяжело будет что-то противопоставить. О, американ. Прикольно. А, против гиги, конечно, будет тяжело что-то противопоставить. Тем более такого раскачанного. Но сейчас, как и в прошлый раз, вызовем обычного. Ну, на металлчик пойдет. Так, это вот в тебя. Единственное, что... Да. Никто ничего не написал, я нигде ничего не нашел. И вызов полчаса, да. Эх. Ой, точнее час. Ой, ужас какой. Ну, если там мобов диких не было, то здесь мобы есть. А значит, нужно сесть на гигу. И на нем потусить. Так,
Ну, то есть примерно минут в где-то в 10 часов я смогу вызвать вот это все дело. Да, конечно, как со стороны это выглядит, это смешно. Тут не поспоришь. Что-то все бегают, бегают, тусуются. Это как, знаешь, в этом... таймлапс. Тупость. А по-другому никак. Че, я, блин, час, что ли, буду ждать реального времени? Прикольно. А ночью это, наоборот, светится. То есть, днем она темная, а ночью она прям очень ярко-светлая. И еще больше дымки появилось. А если на ускорялке включить, так это вообще... прям летит все. И, собственно, вот она ночь, и вот не полчаса. Ну, да. В общем, игровые сутки, получается, нужно ждать. Да, вот 23 игровые сутки нужно ждать, чтобы все это дело... Да, я уже экспериментировал с цифрками, ничего не меняется, сотка, короче, это максимум. Раптор Клаус! Где-то там наверху. Так, что мы смотрим? Почти 10 часов. 2 минуты остается. Ну, я примерно говорил, что 10 часов. Вот. Я уже Гигу перепризвал. Отлично. Так, это кто у нас там? А, шипастый дракончик. А, вот, отлично. Хати Скол. Сколь призывается. Ну и давай смотреть, что у меня получится обычным гигом. То есть тем, который я притомил. Да ладно, теперь они в двухе. А вот эта подстава. Это жесткая подстава. Там по одному были. Нифига себе. Не, ну возможно, это в чем-то и лучше, но блин. Урона-то они сразу вносят много. Ну вот хорошо, я их этих волчат-то подсносил сразу же. Но я так скажу. Хорош вызывать! Ёп твою ж за ногу. Не, я вам так скажу. Без седла вообще здесь суваться нельзя. Сразу говорю, без седла даже не пытайтесь суваться. Ну или выведенный гига, как у меня, он тот первый. Ё-моё, просто в хламину раскакашку. Там еще какую-то фигню вызвал, что просто... А, нафиг. Хоп. Просто на хилках вывозишь. А, обалдеть. Не. Не-не-не. Не. Это был 145-й гига. Без седла даже не пытайтесь что-то либо сделать здесь. Прям бесполезно. Ёб твою ж за ногу. Офиг, это вам не пчела. Пчела это изи фарм элемента. Это вам жопу раздерет так, что как нефиг нафиг. Ох, обалдешечки. Защитный костюм. Так, так, Василек. Ранео. Карна. Птерчик переоденем. Штурмовые. И альпинистская кирка. Ну, кстати, кирка хорошая штука. Вот. Да. Я до сих пор еще немножечко в шоке. Офигеть. Во-первых, они в двухе сразу же побежали. И это точно было очень плохая идея, скажем так. То есть они прям в хлам меня разносили. И это как вариант из-за того, что... Тут два варианта. Первый, я слишком близко стоял, они оба осаглились. Второй вариант, в прошлый раз просто забагал с хати. Потому что, видели, да, я второй раз... Я подходил к ней, и она... Нет, не хочет идти. То есть она потом, когда я слез с седла, тогда только пошла. То есть как бы это тоже стоит учитывать. Это, конечно, жопошная жопа. Нифига себе. Не-не-не, больше я рисковать не хочу. Это хорошо, у меня были хилки. Ну, я просто думал, ну, чё, цветочки у меня есть? Есть. Ну, так-то создам хилки. Просто от нефиг сделать, я создал хилки. Ох. И, кстати, про них мне не писали. Мне писали про медведя зимнего.
что он жесткий. Про этих я знал, что они такие прям это, но... Фу, хорошо, что были хилки. Обалдеть просто можно. Ну и да, наверное, они все-таки согрелись, потому что я был слишком близко. Сейчас мы сможем это проверить. У меня это гигу попробуй-ка снеси. Но они наносят урон огнем. Там пофигу на это, как я понял, там наносят с процентом. А вот процентами это, короче, уже жопошная жопа. Потому что... Там не важно, сколько у тебя хп, там просто он тебя выносит. Но здесь урон огромный, поэтому я за счет этого вывезу, это факт. Ну, и еще есть хилка. Вот которую я сразу положу в инвентарь. Фух, я перетрухнул. У меня просто бы сейчас бы притомленная 145 гига сейчас бы исчез из-за того, что я недооценил врага. Благо был ли хилки, я это все сделал. Это седло. В какой-то зимней пещере, говорят, там есть седло. Вот туда и пойдем. Ну, в зимней пещере, я думаю, это... Вот, который в Мидгарде, да, вот в там зимняя пещера и там дропы всякие. В общем, нужно будет полазить по пещеркам, я не хочу пока пробовать. Я хочу попробовать сначала взять седло, тем более сейчас у меня уже элемент есть для создания всего вот этого, вот, и хранилище и так далее. То есть я пошел на боссов просто из-за элемента. В первую очередь. Вот, и как бы уже... В общем, сначала добудем седло. О, это у меня. Вот, а потом уже... О, дождь пошел, кайф. Вот, а потом уже будем третьего мини-босса мочить. В общем, через сколько, это я не знаю, ну то есть... Ой-ой-ой. Ну, то есть, как бы сначала мне нужно будет это... залутать... Рецепт седла. Ну, то есть, чтобы он мне еще дропнулся, залутать для рецепт седла. В общем, жопа. Вот, сами видели, да? Оп, и сразу же стал светлый, а все остальное темное. Не, ну барышка я не хочу убивать просто так-то. Зачем? Хо-хо-хо, вот и полночь. Отлично, ждем еще чуть-чуть. Такс. Что-то я время-то не глянул, когда... так сказать, должно было заспавниться. Хоп! Хе-хей! Почти угадал. Так, а чё я? Ну, то же самое. То же самое. Полминуты. Ждём. Блин, какие же всё-таки клёвые постройки. Блин, я обожаю, когда вот такие вот постройки. Кстати, чё у нас тут сзади? Сзади, надеюсь, никого нету. О, кстати, вот это обелиск получается. То есть, если я за него зайду, то тоже как бы будет плохо. Окей, значит, я правильно подумал. Я обожаю, когда вот такая вот сгенерированная, я хотел сказать, созданная структура есть. То есть, в игре ты такой, блин, клево, красиво, все дела. Так, вот сейчас ждем. Да, все по два. Отлично. Да, они сагрились на меня вдвоем из-за того, что я стоял тогда рядом. Ну, и как я уже сказал, здесь как бы я за счет урона вывожу. Наносит они мало, но пламешком мне нанесли, конечно, урон такой неплохой. Я бы, конечно, проверил, что будет, если я зайду туда, но, блин, у меня, мне руны лень фармить. Вот, этот урон они нанесли не вот этим вот всем, а пламенем, которым сразу же поджигает. Так, что у меня с ботиночками? Ботиночки у меня лучше. Велонозабра. Велик прикольный. Идея. Так, Цалькоталь. О! Эндерсарха. Седло. Урон, броня? Не, ну это знак. Это знак, мне нужно. И мне нужен томить эндурсарка. Кстати, я вот тут задумался. А ведь отрицать куатрали сейчас толку-то как такового-то и нету.
Вот кто томит Кецалькоатля? И зачем он нужен? Вот скажите мне. Вот так, если задуматься. Раньше на нем перевозили диносов и все в таком духе. А потом появились креоподы. Зачем тебе медленный Кецалькоатль, когда ты можешь на быстром птере переехать на кого-то? Вот реально. Вот как-то так я задумался. Ладно, погнали на базу! Как решил, проверить эндурсархов. 2 150-х и 2 45-х, один из них здесь. А 150-й наверху. Ну, в смысле, в Мидгарде. Кстати, по лору Асгард находится выше Мидгарда, а не наоборот. Но это тонкости карты. Ну и продолжаем надеяться на что-то хорошее. Так. 19 минут. Окей. Поведение. Отключить спаривание. У меня теперь не экстерно все нужно. У меня есть офигенская боевая единица, поэтому не обязательно. Так. Ну и опять урон 22. Вот. 39. Почему у тебя 22? Да, у тебя хп больше. Но, блин. Может, не надо уже яйца разрушать, а? Ну нет, я не хочу. Потому что сейчас нажму, все вылупится. А! Такое себе. Так. Ну, что самое главное? Что же самое главное? 180 элементов. Это означает, мы можем построить вот это вот чудо расчудесное. А также взять все вот это добровишно. Да. Где же ты у меня будешь стоять? А где мы здесь, пускай будет стоять? Какая кому нафиг разница, необходимо разместить на полу. Ну, спасибо. Фундамент надо. Вот так вот. Ну, плюс-минус более-менее, потом уже здесь фундаментов подозастрою. Ну, чтобы хотя бы площадка была поинтереснее. Вот, и уже спокойно можно будет стряпать генерейшн. Так, где ты? Ты от этого запустишься? Запустишься. А значит, что? Генератор. О, так у меня еще и все хватает. Ну, кайф. Вот так. Чтобы запустить, мы вот это вот убираем, включаем, ставим, ну чтобы это, он элемент у меня не сожрал, скотина, ставим вот так, вот, уже две частички захавал, он хавает вообще их быстро, и почти угадал. Элемент. Пиу! Пошел создавать элементик. Вот так вот и замечательно. Этих хватит для запуска генератора, а там еще и подобываю. О, наконец-то я от этого избавлюсь. Ну, в смысле, от отсутствия элемента и смогу создавать все, что нужно. Значит, что? Нужно будет притомить эндрюсакса, сходить в ледяную пещеру, сходить в лавовую пещеру, чтобы добыть еще больше элемента. Господи, по пещерам-то мы пойдем. Ну да, будем разбавлять охот на боссов. Ей, клево, вы этого не хотели, но оно будет. Все, это можно пока вырубить. Почему? Потому что я сейчас поставлю генератор, и все будет питаться от него. Так. Подобрать. Отлично. Только генератор, наверное, лучше поставить где-нибудь не здесь, а в центре где-нибудь поставить. Почему? Ну, так, подожди. Ты куда-то там вообще под текстуру пытался встать. Потому что. Так, показать радиус действия генератора. Вот почему. Вот, черт побери, почему. Это эсплюсовский генератор.
У него просто огромнейший радиус. И даже так он не всю мою базу, да, охватывает. Надо-то поставить не сюда будет, а вот в это зданишко. А, подожди, в это зданишко. Он тогда не будет захватывать мой дом. Так что не, нормально, нормально. И я теперь смогу поставить больше освещения. О, здесь могу поставить освещение, не факелами будет. Только вот этот аппендикс не охватывает, зато всю остальную базу охватывает. Вот именно поэтому генератор я поставил здесь. А так бы он бы вот там вот не охватывал. Хе-хе, клево. Это хорошо. Это хорошо, что у меня теперь есть генерация энергии. Вот такая. Вот только сколько он тратит, я не помню. Сделаем так на всякий случай. А знаете, одного не жалко, но если вся энергия отрубится, вот это будет жалко. Так, теперь я тебя могу включить. И трать энергию сколько угодно. Почему? Потому что ты можешь. Эти все запитаны, все запитано. Включайся. Ой, ты и так был включенный. Ой, подлагало. Вот, как-то так вот, да? Метельчик нужно будет добыть. Это я могу включать спокойно. Без всякого всего. Замечательно. И это тоже могу включать. Отлично, только это все вырубим, потому что бесит оно. Все. Вот теперь точно на сегодня все. Было неплохо. Я чутка на эмоциях. Честно, я не ожидал, что будет настолько разница у выведенного гига и притомленного. А обязательно нужно, перед тем, как идти на боссов, нужно седло. Если в пчелку можно было замочить, то извините. Волчки дали прикурить в прямом смысле слова. Вот, поэтому как бы, да. Ну, а я на этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, ну и, конечно, делиться моими видео со своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливы и добра. Всем пока.